Ну вот, посмотрите, кто это у нас такой валяется? Кто это такой валяется? Кто это лапку поднял? Это у нас барон. Барон-хулиган. Сегодня наш барон, пока я занималась с Баксиком, с французиком, барончик сидел дома. На кухне на столе лежали косточки от говяжки. Он стащил косточку, отнес ее в спаленку, где ночует на коврике, и погрыз. Косточку не сгрыз, а мяско обглодал. Вот такой хулиган стащил с тарелочки косточку. Хулиган. А ролик этот я снимаю не для того, ребята, чтобы вам об этом рассказать. Будет продолжение. Сейчас к нему, к барону, приедет его любимая хозяйка Ира в гости. Да, барош? Он еще об этом не знает. Будем снимать эту встречу. Сегодня, по-моему, 2 недели ровно, как барон у нас. Или 3. 2 недели. 2 недели барошка у нас. Хозяйку еще свою молоденькую не видел. Барош, ты готов? Он еще не понял. Ну вот, пришли к барону наша Ира со своим дядей. Бароша, кто пришел-то? Бароша! Привет. Барошка! Он не узнал. Вадик, скажи что-нибудь. Привет. Барошка! Он немножко не узнал. Барош, там кто пришел? Пойдемте. Барош, пойдемте сюда. Вот его хозяйка Ира. Ой, Бароша. Давай, давай, Бароша. Давай. Что, играть хочешь? Да, Бароша, ты поцеловался бы с хозяйкой. Барош. У него вон какое колечко на крыше лежит. Вон большое колечко. Вон. Давай. Он давай. Его выклянчивает. Он чуть на крышу не залез у нас однажды. Кинуть? А куда мне тебе кинуть? А давай я кину. Барош. Фу. Бароша готов? Бароша всегда готов. Барошка, да плюнь ты это колечко, пообнимайся. Он и тарелку у нас. Научился тарелку, сейчас покажу. Колечко. Оп. Опа. Это молодечек такой. Умница. Умница. Надо рукавички одеть, Ира. А то оно мусольное все и замерзнет. Опа, молодец, Бароша. А как он у тебя на площадке играл? Ну, где-нибудь с собаками вообще? Да, ну, в сарайке нет. А тут он, ну, как-то не очень. Да? Ну, сейчас собачек выпущу. Будете смотреть, как он с собачками? Да. Он с собачками не играет, ему пофигу, конечно, на собачек. Домик. Сейчас мы выпустим где большого. Домик? У нас переросточек. Молодец. Получается домик. Нордик. Молодец. Вот с хозяйкой Барошка. Стой. Стой. Нордик у нас и доберманчик, там еще дружочек у них. Да. Это Берта, мамка. Берта. Бертуш. Можно я тебе поглажу? Берта. Берточка, сидеть, пусть тебя погладят. Там новый ролик вышел. Хорош. Нельзя. Да, она не укусит, она просто рычит. В шортсах. Берта отказалась посуду помогать мыть. Она любительница. Пошел барон, попал. Барон пошел мыть посуду. Так, что вам добермана выпустить? Я еще ни разу живую не видела. Вы пришли, вчера бы пришли. У нас вчера 9 собачек было. Сегодня уже разбирают их. Сейчас мы добермана Зевса. Но этот Зевс у нас довел Нордика. Вот этого. Хорошего, милого. И они подрались немножко. Вышел к ним Зевс. Они с лапой хорошо дружат. Зевс у нас еще недельку останется. Че? Барон? Барон, не грызи. Фу! Нордик, фу! А че, барон, ты че? Барон! Марсик, сейчас домой поедешь. Ну вот, останутся у нас барон, Нордик до вторника, Берта. Еще маленький у нас там Баксик. Пойдем.
И доберманчик. Лапа, не мешай. Дай по собачьи сходить ему. Фу, лапа! Хулиганы вы, хулиганы. Марсик прям нарывается. Марсик уже вчера нарвался, от Нордика получил по уху. Сейчас к Нордику не лезет, ждет от барона. Когда барон ему поддаст. Вот они два. Так, ну вот. Такой ролик у нас. К барошке приехали хозяева. Так, Вертуша, что скажешь? Закружили, закружили. Что, лезут, да, Берта? Лапа? Она не любит с другими играть, да? А? Она не любит Берта? С другими? Нет. К Марсику приехала хозяйка. Марсик даже не подошел. Марсик! Позовите его, он, наверное, не понял еще. Марс, даже не унюхал. Марс! О! О! Летит! Ой! Привет! Все, очухался! Очнулся, заигрался! Ну вот, собак разбирают. Еще сегодня лапу отдадим. Ой. Нордя. Маша, дай лапу. А, молодец. Нордик, уйди.